Набор в эту тайную армию уже 5 лет идет по всей стране. Ну, здравствуй, мое солнышко. Вот видишь, ты хотел попасть на телевидение, попала мама. Ее бойцы живут, придавленные чужой тайной. Спрашивала, где ты служишь? Вот что тебе проще? Придумай для себя, где я служу. Ее командиры не отчитываются почти ни перед кем. Сказали, вы что? Это несчастный случай. Никто не знает, кто отдает этой армии приказы. Берут и кидают на мясо. А семьям погибших приходится вести собственные расследования. Не знаю, узнаем ли мы когда-нибудь. Почему те, кто выжил на Донбассе, погибают в Сирии? И откуда взялась ЧВК Вагнера? Они ж, наверное, не без разрешения руководства нашего находятся в Сирии, да? Расследование о военкомате, который поглощает Россию. Смотрите репортаж Лилии Епаровой 5 июля.